Джейми Хилтон, бывшей мисс Айдахо в США, пришлось перенести необычную процедуру. В июне 2012 года женщина стала жертвой несчастного случая, из-за чего пришлось срочно удалить ей часть черепа. Женщина упала с трехметровой высоты бетонной набережной, ударившись головой. Во время операции врачи удалили ей 25% черепа из-за того, что ее мозг сильно вздулся, и ему нужно было место, чтобы вернуться к нормальному размеру. Сам кусок черепа поместили внутрь живота для того, чтобы он получал питание до того момента, когда его можно будет вновь вернуть на место. В течение нескольких недель девушка быстро восстанавливалась, проходив без части черепа. Она носила специальный шлем, чтобы избежать дальнейших травм. После того, как припухлость мозга достаточно спала, врачи смогли изъять фрагмент черепа из живота и поместить его на место. Хилтон хорошо перенесла операцию, и единственным последствием этих манипуляций стали изменения во вкусовых ощущениях и потеря обоняния. В остальном, она чувствует себя совершенно нормально.